Вы знаете, один очень известный мистик Барбара Бреннан, которая написала потрясающую книгу «Руки света». Я рекомендую всем целителям и экстрасенсам, кто хочет изучить. Она в начале этой книги она написала такую интересную мысль, которая очень резонирует с моим мировоззрением. Она сказала, что основная проблема и причина несчастья и болезни людей – это иллюзия обособленности. То есть именно когда человек отделяет себя от целого, когда человек не имеет взаимоотношения с Высшим, с Отцом, с Творцом, Создателем, не имеет отношений с ангелами, он изолирует себя, и у него начинаются тогда проблемы. Как только в водоем перестает приходить свежая вода, и как только водоем становится изолирован, он превращается в болото. Как только клетки, вот представьте, клетка, она перестает получать кислород, питательные вещества, в ней накапливаются токсины, углекислый газ, и они в ней остаются. И как только это прекращается, она умирает. То же самое люди. Большинство проблем людей в том, что они не имеют четкого выстроенного канала взаимоотношений с Отцом и со своими ангелами. Я повторю еще раз, со своими ангелами. У тебя есть ангелы, которые готовы тебе помогать, которые готовы содействовать, но у тебя либо очень слабая с ними связь, либо вообще ее нет. И поэтому многие возможности, которые могли бы быть доступны, многие потенциальные ситуации, процветание, помощь, содействие, ты лишаешь себя. То есть это как похоже, как у тебя есть счет в банке, а ты можешь его обналичить, но ты идешь, его не обналичиваешь.